Что у нас на завтрак? Два вида супа. Молочный. Здесь нету. Один вид супа. Это был йогуртовый суп. Хлеб. Пицца, булочки. Какой-то в горшочке штука какая-то интересная. Не знаю. Это... Ну, что тут у тебя? Не убирай назад. Омлет. О, красиво. Печенье, сухофрукты, мюсли, молоко. Как и раньше, здесь у нас находятся фрукты, зелень. Завтрак только дают маслины и оливки. Во время обеда и ужина их нету. Очень удивительно. Обычно они всегда фрукты. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 видов фруктов разных. Идем дальше. Картошка вареная, морковка вареная, брокколи и горох. Диетический шведский стол мы с вами смотрим. Йогурт, сыр, маслины, оливки, варенье. Для детей с утра есть, судя по всему, это молочные коктейли. Да. Молоко, молочные коктейли, печенье. Также, видите, есть детское питание. Вот оно. И молочные коктейли. Я возьму попробовать. Идем дальше. Сосиски, картошка фри и вареная колбаса. Здесь у нас всевозможные закуски, перцы, баклажаны, морковка, колбаса, ветчина. Сыр, брынза, йогурт. Все, что ваше душе угодно. Очень большой выбор. Островок сладостей. Турецкие сладости Хава. Здесь около 9 видов. Дальше у нас идут фрукты. Так, возвращаемся к нашим сладостям.
села у меня батарейка. Это мед в сотах. Здесь йогурты. Вот какая красота сегодня из выпечки. Здесь есть это сыр, масло. Очень интересно, я брал йогурты с фруктами и чистый йогурт. И также есть всякие джемы и масло. И мед еще я вижу. Здесь у нас мед в сотах висит. И островок джемов, варенье. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 штук. Круто. Так. Смотрим. Здесь у нас посередине островок. И горячая кухня. Что у нас на горячей кухне? Безлиме готовят, судя по всему. Яйца, омлет, лепешки, тосты, красота. Тут у нас пусто пока, там для омлета, вафли, круто. Баночка шоколада, варенья и джемов. Блинчики, сосиски, колбаса, пончики, картошка. Вот они, пончики. Тут же вы можете приготовить тосты. Вот все, что вам может понадобиться для этого. И выпечка. Конечно же, круассаны и всевозможные булочки. Да, наверное, очень вкусно. Булочка очень вкусная. Давайте посмотрим, что у нас по центру. Это омлет с овощами, со шпинатом, баклажаны. Запеканка какая-то, грибы, омлет молочный. Это еще не все. Здесь у нас вареные яйца 5 минут и 10 минут. Так, это у нас помидоры с чем-то запеченные внутри. Картошка в сыре, рис молочный, яйца сваренные 3 минуты, яйца сваренные 5 минут.